23 ноября в Краснозаводске после реконструкции открыли стадион «Старт». Этого события жители ждали долго, и вот свершилось. На стадионе появилось футбольное поле с искусственным покрытием, отвечающее современным требованиям ФИФА, и 4 новые легкоатлетические дорожки. В настоящее время это самое современное поле в округе и единственное с подогревом. Здесь можно принимать и международные, не знаю, и российские, и международные турниры проводить. Оно даже лучше, чем в Пересвете. Ну вот у нас, наверное, Пересвет лучше, они одинаковые по содержанию, по конструктиву. Вот это, конечно, выше классом, это точно. А так, напомню, да, огромные слова благодарности. И жители сейчас общались, передают нашему министру спорта Роману Игоревичу Терешкову за вот то, что на что поддержал эту инициативу. Это программа губернатора Воробьева Андрея Юрьевича «Спорт в Подмосковье». И, конечно, только участие в рамках такой программы позволило жителям Краснозаводска, жителям Сергиево-Посадского городского округа получить такой вот качественный, современный, высокотехнологичный подарок. Модернизация футбольного поля стадиона была проведена в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» с участием средств федерального бюджета, бюджетов Московской области и муниципального образования. Это один из стадионов Московской области, который сделан из искусственного покрытия по стандартам, минимальным стандартам ФИФА, от бровки до бровки 60 на 100. Ну и РСФР полностью по ГОСТу. Значит, изюминка стадиона то, что он с обогревом. Обогрев позволит командам тренироваться и играть вплоть до декабря месяца. Обычно в декабре, в конце, в январе, феврале команда не играет, потому что холодно. И далее стадион опять начинает работать быстро, весь снег тает, и команда играет. Дополнительно за счет муниципального бюджета были проведены работы по устройству трибун, благоустройству прилегающей территории и установке ограждений. Это очень большое подспорье нашему всему округу. У нас четвертое поле, да. Дети не могут играть в футбол зимой, не могут играть, начинать ранней весной. Это очень большое подспорье, то, что они сделали. Сравнить произошедшие на стадионе изменения у жителей Краснозаводска есть чем. Еще совсем недавно все здесь было в упадочном состоянии. А теперь можно проводить соревнования международного класса. Старейший тренер по футболу Виктор Смирнов, который вложил большую лепту в развитие спорта в Краснозаводске, хорошо помнит те времена, когда в зимнее время спортсмены были вынуждены заниматься в зале. А о таком поле, да еще и с подогревом, можно было только мечтать. Сейчас не надо, наверное, пахать, не надо лопатами кидать, не надо сено косить, траву косой. Сейчас просто приезжает машина, и, наверное, все это здорово. Теперь все иначе. И взрослым спортсменам, и ребятне есть где разгуляться. Рядом с большим полем есть маленькое для начинающих футболистов. К открытию стадиона был приурочен товарищеский матч между ветеранами Сергиева Посада и Калязина, который закончился победой хозяев поля. На ближайшее будущее на стадионе «Старт» также запланировано устройство многофункциональных площадок для игры в волейбол, городки, площадки для занятия воркаутом и многое другое. Татьяна Сташенко, Владимир Жданкин. День города.